Сотни турецких полицейских из отряда особого назначения во вторник утром были направлены на центральную площадь Стамбула. Их сопровождали автомобили с водометами. Они расположились на площади Таксим, предварительно сняв плакаты активистов с близлежащего здания. После этого возобновились стычки с демонстрантами, которые находились в прилегающем парке Гези. Люди бросали в стражи порядка коктейли Молотова, а также камни и другие предметы. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами. Напомним, стычки продолжались в Стамбуле всю ночь. Протестующие поджигали автомобильные шины и запускали фейерверки. Ранее премьер-министр страны Таип Эрдоган, который изначально называл активистов отбросами общества, согласился встретиться с представителями демонстрантов, чтобы разрешить конфликт. Протесты вспыхнули в Стамбуле после того, как власти объявили о планах снести парк, прилегающий к главной площади города, чтобы построить на его месте торговый центр. Первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией с применением слезоточивого газа и водометов. После этого протесты вспыхнули и в других крупных городах страны. Теперь уже антиправительственные. Протестующие требуют отставки премьера. За время беспорядков 3 человека погибли, еще 5 тысяч получили ранения.